Готовите торт, нужен крем. Сделайте его по рецепту, как приготовить крем из сгущенки. Он подходит не только для торта, но и для других видов выпечки. Это и начинка, и украшение для выпечки. Крем легкий, готовится очень просто и быстро. Его можно сделать заранее и хранить в холодильнике, пока выпечка остывает. Сделайте с ним вафельные трубочки, используйте для начинки эклеров и профитролей, перемажьте коржи или смажьте верхушку и стороны торта. 1. В чашу миксера вылейте сгущенное молоко, выложите к нему сливочный сыр и ваниль. 2. Хорошенько перемешайте все содержимое до образования однородной массы. 3. В отдельной емкости взбейте холодные сливки до пышной массы, затем переложите их в миску к сгущенке и сыру. 4. Перемешайте массу лопаткой сверху вниз, а затем используйте для выпечки, десертов,